Следующий вопрос. Можно ли, когда делаешь дуа, поднять руки и потом протереть лицо? Протирание лица после обращения с мольбой не является узаконенным. А что касается хадисов, указывающих на это, все они слабые. Относительно протирания лица после обращения с мольбой от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не имеется ни один достоверный хадис.